Гришина Юрия Валерьевича денежной премии в размере 130% от месячного вознаграждения предложить главе муниципального округа Красносельский направить полученное денежное поощрение на благотворительные цели и на работу с жителями Красносельского района. Есть ли вопросы к докладчику? Конечно, есть. Алексей Николаевич. Так, даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, если бы это еще было из экономии, я бы поняла. Но поскольку у нас Яшин не уходил ни на больничный, вроде в декрете как не был, экономии нет. И почему мы должны давать, премию средств местного бюджета за те полномочия, что он получает зарплату? За эти полномочия он выполняет. И 39-й закон организует, как глава муниципального округа, свою зарплату. И призывную комиссию руководит, это у него в должностных полномочиях. И уж самое главное, ребят, вы меня простите, нахальство, потому что вот он всех критикует за такие вещи, а сам хочет получить. Если он раньше за 3 месяца получал 90 тысяч, он теперь за 2 месяца, потому что июнь он в отпуске, 120 тысяч хочет получить. Это как вообще? Совесть есть или нет? Спасибо, Алексей Николаевич. Я хотел бы ответить на вашу реплику. Как глава бюджетной комиссии, я, в общем-то, владею информацией и понимаю, что и предыдущий совет депутатов точно такие же решения принимал о выплате поощрений вам. И суммы были и 100%, и 120%, насколько я знаю. Так что никаких нововведений здесь не содержится. Кроме того, я прошу принять во внимание информацию, что, и об этом Илья Валерьевич неоднократно сам говорил, что на эту премию осуществляется работа юриста Таралова Дмитрия, который здесь ведет прием граждан по юридическим вопросам. Но он уже не ведет, он уже вас покинул. Кому платить? У меня нет информации о том, что он вас покинул. У меня есть. Не будет осуществляться прием. Прием, может, и будет осуществляться, но Таралова уже нет у вас. Он вас уже понял всех. Я не могу сказать насчет, будет ли Таралов или будет другой человек. А давайте ему сразу до конца года дадим 700%, чтобы за зарплату вышел. У меня предложение. Подождите, я договорю. Да. Я, Валерьевич Яшин, заключал договор гражданско-правовой с юристом и использовал эту премию для оплаты его работы. Прошу принять это во внимание при голосовании. У меня предложение. Слово опять предоставляется Алевтине Николаевне. Предлагаю дать Яшину в размере 70%. Это будет столько же, сколько депутатам. Значит, у вас есть предложение. Да. 70%. Выплатить денежную премию в размере 70%. Это будет чуть больше, чем депутатам. Ну, совесть надо иметь. Ну, чего, ребята? Еще есть вопросы, реплики по данному проекту решения. Я ставлю на голосование проект решения за основу. Кто за то, чтобы принять предложенные формулировки, данный проект решения за основу, прошу голосовать. Кто за? За 5, кто против,